По северо-западу. Уважаемые петлюрки, у нас сегодня в гостях экспедиция, которая посвящена 80-летию Государственного совета Республики Коми. Ее организаторы Алексей Генрихович, Анжелика Владимировна и многие-многие здесь присутствующие. У нас 15 человек. 15 человек, да, они проехали от Санкт-Петербурга, Ленинградского, Вологодскую область. Архангельскую захватили. Ну и вот сегодня, представляете, на нашей северной земле, в Печоре, такие большие гости. Такое бывает один раз в 80 лет. А мы с вами стали участниками, представляете, встречи с такой экспедицией. Дорогие друзья, мы искренне вам рады. Сегодня проехали мимо, это первое. А второе, конечно, если вы проехали мимо, вы бы многое потеряли. Потому что, посмотрите, за нашей спиной, великие путешественники. Открыватель севера, Русланов Владимир Александрович. А вы знаете его? Он три раза был на новой земле, понимаете, потому что было одно здесь. Этого нашего Печорского района, это город красивый. Ну и позвольте от нас, от Печорца, поручить памятные такие. Мой бескрайний север. Замечательные фото материалы, которые выполнены нашим печорским фотографом, фотографистом. Я очень рада, что мне у вас Геннадьевичем. Нам еще предстоит оформить путевой дневник экспедиции, который нам подарил губернатор Санкт-Петербурга. Красота нашего севера. Один альбом будет храниться в редакции российской газеты в Санкт-Петербурге, второй у нас в БНК. А можно автограф поставить? Классно, ваши коллеги. Вот, зимние. Let's go.